Не додавайте до ранкової кави вчорашніх спогадів, а краще додайте цукру сьогоднішніх надій. Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Ми продовжуємо цикл передач поради психолога з Оксаною Кличко-Макаренко, практикуючим медичним психологом. І сьогодні ми продовжуємо тему скандалів, як екологічно їх розрулювати, як сьогодні можна модно говорити. Оксано, вітаю вас в студії. Отже, ми говорили про скандали, про те, якими вони можуть бути, ну, скажімо, конструктивними або такими, що заганяють сімейну ситуацію у глухий кут, все ж таки напруга чи розрядка? Що таке скандал? И каким он має бути от дійсно для сьогоднішньої сім'ї? Ну, мы с вами говорили о том, что в хорошем смысле конфликт – это способ выйти на следующий уровень. То есть это как кризис, да? Когда по какой-то причине ситуация не может продолжаться так, как она шла до этого. И для того, чтобы пойти дальше, нужно пройти этот период передоговоренности, да? И поскольку часто бывает, что в мирном русле как-то не получается договориться, то приходится, значит, повышать тон отношений и приводить какие-то дополнительные аргументы для того, чтобы быть все-таки услышанным. Помните, мы говорили про типы привязанности разные? Так вот, если мы говорим про людей с тревожным типом привязанности, это люди, которые вот как раз находятся в этом состоянии, когда они постоянно пытаются предугадать и считать желания другого человека, предвосхитить их и, возможно, принести какое-то добро и причинить радость еще до того, как тебя об этом попросили. И сложность заключается в том, что эти люди постоянно ждут, что и в их адрес будут вести себя точно так же. Бывает, что складываются пары, когда этот тревожный человек с тревожным типом привязанности создает отношения с человеком с избегающим типом привязанности. И тогда мы получаем ситуацию, что один вот постоянно в этом ожидании, что его желания предвосхитят, что «а как же ты не понял и не угадал? А почему ты вот этого не сделал? Ну, это же было понятно. Ты же должен был, да, вот, вот эта установка, что ты должен». А второй говорит о том, что ну, ты мог и сам сказать об этом, или могла об этом сказать, да? То есть я не догадался, я там был занят, у меня были мысли где-то вообще в другом месте. Или, а почему я, собственно говоря, должен? Ну, если эта ситуация длится долго, да, а вот такие люди, они любят как бы высказывать постоянно о том, что вот, вот это было не сделано, вот тут вот, значит, меня не погладили, или погладили не под тем углом, или там не по шерстке, да? Вот, и человек говорит о том, что, ну, ты знаешь, у меня как бы есть еще и свои какие-то потребности, и почему ты обесцениваешь их, почему там нужно мне постоянно бросать все и бежать выполнять вот то, что ты мне сказал или сказала, да, ну, то есть вот и все, и мы получаем два обиженных человека с вот такими вот губами, и ситуации вот подобного толка именно из-за вот этих вот ожиданий каких-то неоправданных по отношению друг к другу, да, по поводу того, что кто-то другой должен вести себя так, как я хочу, или так, как я жду от него. Вот. Они приводят часто к тому, что люди, которые абсолютно любящие, которые с готовностью входили в эти отношения, через 2-3 года супружеской жизни просто начинают ненавидеть друг друга. И это какие-то ужасные скандалы. Доходят до крайней точки, да? Да. Вот. И вопрос тут часто возникает про то, что где же мы, собственно, поступаем не так, где неправильно, есть ли выход вообще из этой истории. Мы с вами говорили, что есть два типа конфликтов. Есть хорошие конфликты и плохие конфликты. И хорошие конфликты у нас решаются путем приведения аргументов. То есть, когда мы хотим для того, чтобы ситуация вышла на новый какой-то уровень, новый этап, предполагая то, что люди, возможно, не знают о чем-то, да, не догадываются, но мы стараемся как бы в мирном ключе разрешить это, ну, в цивилизованном, по крайней мере, да, ключе, мы пытаемся им привести свои аргументы какие-то. И мы ожидаем, что эти люди скажут нам в ответ свои аргументы, выскажут, да, и потом как-то вот в процессе диалога на повышенных или неповышенных тонах уже не столь важно, но главное, что если есть вот эта готовность вообще приходить к чему-то новому и другому, то есть когда отношения становятся важнее, чем предмет, собственно, конфликта, да, то есть когда мы действуем все равно с позиции «мы», что мы семью сохраняем, мы отношения сохраняем, то есть мы ищем конструктив. И тогда мы, вот это вот приведением взаимных аргументов, мы приходим к какому-то, значит, общему ну, общим ценностям каким-то и общему путю развития, да.
дальнейшего. То есть, ну, как пример, вот мы говорили про конфликты, которые возникают там на уровне, в тот момент, когда праздники или локдаун, да? Вот если мы говорим про праздники, вот кто-то из семьи, например, решил, что вся семья должна поехать отдыхать куда-то, в то время как кто-то другой говорит о том, что нет, я устал, я не хочу никуда идти, я хочу полежать дома перед телевизором или там танчики поиграть или еще что-то такое, да? Вот. И нужно понимать, что за любым конфликтом стоит вообще не проблема самого предмета этого конфликта, а неудовлетворенные потребности. То есть если люди, например, ссорятся из-за того, что там неправильно выдавливается паста из зубного тюбика, то потребность заключается не в том, чтобы сэкономить эту пасту. То есть за этим стоит какая-то другая потребность, и потребность это про то, чтобы меня услышали, меня приняли с моей позиции. Проявили уважение к моим желаниям, да? Проявили уважение к моим желаниям и так далее. Если мы говорим про вот эту вот ситуацию праздника, то, соответственно, здесь базовой потребностью будет вот желание отдыха, просто этот отдых люди видят по-разному. И здесь у нас могут быть разные варианты развития событий, если люди хотят договориться. Конечно же, можно там решить, что, допустим, семья разделяется, и там один ребенок едет с мамой, допустим, гулять по Умани, а второй с папой остается дома, лежит на диване и смотрит сериалы. Вот. Или, например, можно решить, что вот сегодня мы лежим на диване, смотрим сериалы всей семьей, а завтра там вместе идем на шашлыки, потому что так захотел кто-то другой из семьи. Да? Але то просто трабосисты и домовитесь. Да. Либо как вариант, вот вы говорили о том, что иногда людям тяжело идти на уступки, потому что кажется, что это проявление слабости, и что если я сейчас соглашусь, то это значит, я проиграл. Можно принять как вариант жребий. Да? Кинули монетку, какой стороной монетка упала, значит, так и поступаем, то есть никто не виноват, вот есть два варианта, ну, судьба так решила, в следующий раз судьба решит иначе. И тогда никому не обидно. То есть есть масса вариантов, на самом деле, если люди хотят договориться. Но мы имеем еще конфликты второго уровня, да, вот эти вот, которые идут по кругу. И самая большая ошибка является в том, что мы пытаемся конфликты второго уровня решать как конфликты первого уровня, то есть через аргументы. И тогда мы входим в вот этот вот замкнутый круг, когда все находят новые и новые аргументы, они их постоянно высказывают. И каждый остается на своей позиции. Каждый остается на своей позиции, потому что мы говорили, что человек, находя новый аргумент, он залипает, и он уже не слышит человека напротив себя. Мало того, очень часто в эти конфликты повторяющиеся для поддержки начинают втягиваться какие-то вообще третьи структуры. Там, а мама мне говорила, да, вот, что вот так вот будет. Там, а вот я смотрела там где-то вот передачу там и так далее. Ну, то есть вот начинаем подтягивать вообще какое-то альтернативное чужое мнение. Опять-таки создаются вот эти вот коалиции, когда начинаем вместе дружить против кого-то. Да, и ситуация как бы не выходит на новый этап. И проблема-то заключается опять-таки не в этом тюбике с пастой, а в том, что есть какая-то другая базовая потребность, которая не удовлетворена. И тут задача первая – это отойти от вот этого своего костного восприятия ситуации, то есть не поддерживать эту эскалацию конфликта, то есть не находить этих новых аргументов, да, а попытаться увидеть за этой ситуацией потребности свои и потребности другого человека. Почему именно вот из-за этой ерунды у нас возникает, собственно говоря, постоянная проблема? Потому что если мы не решаем здесь, то мы не выходим вообще в никуда. Мы просто застреем, да, в этом всем. А потребности, они у нас у всех приблизительно одинаковые. То есть мы все хотим, чтобы в семье был мир, мы все хотим, чтобы нас принимали, мы хотим знать, что мы в безопасности, что наш партнер нас не бросит и не уйдет, что меня будут принимать именно таким, какой я есть, что мне не нужно будет играть и врать, и что-то из себя изображать. Да, то есть в какой-то предсказуемости, что там, меня не выбросят как мужа или жену. Ну, то есть вот какие-то такие абсолютно базовые вещи, что я могу быть уверен. И очень важно научиться вообще понимать свои потребности в этой ситуации, а для этого нужно проанализировать в спокойном состоянии те конфликты, которые у вас происходили, и понять, где, в какой момент включались вы
и включался человек. То есть на что, на какую фразу, на какое действие, почему вот происходил этот взрыв. И вот почувствовать, где эта больная точка, да, почему это происходит. Потому что если у тебя тревожный, например, тип привязанности, и ты знаешь, что с тревожным типом привязанности у людей очень большое такое жадное отношение к другим. То есть человек должен быть подконтрольный, человек должен быть всегда у меня на глазах, я должен всегда знать, что там происходит. Потому что у меня постоянный страх, что меня бросят, что мои, что меня обесценят, что я буду не нужен, незначим там, и так далее по списку. Вот. И когда что-то происходит вообще не об этом, ну, например, если супруг просто задержался на работе, а это для человека воспринимается как, ну, смерти подобно, все уже развод, вот, то нужно ловить этого своего таракана, знать, что он у тебя есть, потому что, ну, как бы, мы говорили опять-таки о том, что наша модель привязанности, она формируется в очень раннем возрасте. И сказать, что в какой-то момент можно ее изменить прям совсем, и она тебя никогда беспокоить не будет и больше не будет тебя там клевать, такого не будет, не случится. То есть нужно просто ловить эти маячки и искусственно прям себя останавливать и говорить, а, да, вот это вот я о себе уже знаю. То есть с этим я уже могу справиться. Ну, це треба дуже глибоко з собою працювати і себе дуже глибоко розуміти. Ну, а є от такі приклади, багато ми знаємо і сусідів, може, і родичів, про те, що от люди починають сварку от з того тюбіка пасти, да, незакритого. Але потім починають витягувати з свого сімейного і своєї сімейної історії купу різних ситуацій, які були раніше. Це вся мішура, яку люди навішують на свою вот эту вот базову потребність. Тому що ми боїмося, наприклад, прийти і сказати чоловіку, що вот в цій ситуації я, наприклад, чувствую себе слабим. Или там мені нужна від тебе любов. Или я ще не знаю других способів, як отримати від тебе внимание, вот як плохой ребенок, да, который начинает себя вести плохо для того, чтобы на него просто да. обратили внимание. Чувствую, что наши отношения уже зашли в это состояние болота, настолько сильно, и я не знаю, как изменить его в позитивном ключе, а давай хотя бы в негативном несем наши отношения хоть какой-то драйв, давай хотя бы поскандалим. Ну, то есть вот есть такие семьи, на самом деле, в которых, ну, скандал – это вообще как здрасте. Ну, каждый день, опять-таки, да, предсказуемо, но вот это несет некий такой драйв, изюминку вносит, да, в эти отношения. Вот. Но на самом деле, по факту, хорошо бы сесть и разобраться, почему эти скандалы происходят. Ну, например, ребенок, да, который там уже 14 лет, и он, глядя на своих сверстников, он приходит к родителям и говорит о том, что ну, я уже достаточно взрослый, я хочу гулять дольше. Вот. А родители зачастую они не замечают, как растут их дети. Ну, то есть все замечают, а для родителей это все равно маленький. Да? Вот. И они последние узнают о том, что ребенок вырос зачастую. Вот. И понятное дело, что как только ребенок первый раз пришел, то возникает ответ «нет». Вот ты должен приходить в 10 часов и не минутой больше. Вот только так. Но понятное дело, что ребенок вырос, и ему нужно больше пространства, ему нужно получать новый опыт, он хочет больше проводить времени с друзьями. Это все... Как бы в этом ничего плохого нет. У родителей их аргументы тоже ясны. Они хотят чувствовать, что ребенок в безопасности, что с ним там ничего не произойдет. Что он не потрапит в погану компанию, да, и служит. Так далее. Да. Вот. И вот это как раз вот вопрос про найти эту истинную потребность и попытаться договориться. Потому что и ребенок не хочет для себя ничего плохого, понятное дело. То есть у него есть эта потребность безопасности. И у родителей тоже. Но в то же время и там аргументы как бы ясны, и там. Нужно найти вот эту вот здоровую, целостную часть, чего мы на самом деле хотим. Потому что претензия-то не в том, чтобы он приходил в 10 часов. Это всего лишь то, как мы высказываем эту свою претензию. Да? Это вот то, как мы декларируем. А по факту мы говорим о безопасности и о спокойствии. И вот тогда, понимая это, можно уже совсем по-другому строить отношения. Если ты знаешь, что действительно нужно человеку в этой ситуации. Потому что когда мы подходим и говорим, слушай, ну вот мне сейчас плохо, обними меня. Они выступаем с агрессией, когда, ну, что ты не видишь, вот мне плохо, да, ну, вот как-то так, или вот с надутыми губами где-то в углу там сидим. Ну, и реакцию мы другую совсем получаем. Коли мы говорим от про конфликты, ну, які, зрозуміло, всередині є проблеми і в чоловіка, і в жінки, то хто, ну, якби більше
і активніше, і агресивніше от проявляє це своє незадоволення, да, і потребу в тому, щоб задовольнили ну, його якби права і його очікування, чоловіки чи жінки? Тот, у кого более тревожная вообще его манера поведения. И кто больше звертается, абсолютно... кто больше розуміє, що ситуація в глухому куті і потрібна допомога професіонала, хто більше звертається от за такою допомогою? Ну, понимаете, это как бы биологически обусловленные вещи. Женщина, она больше как бы направлена на социальное общение. Когда возникают какие-то сложности, мы идем к подружкам, к мамам или еще к кому-то. Это не всегда есть хорошо. Не хорошо, потому что мы нахватаемся чужого мнения и притащим его в свой дом. И это есть хорошо, потому что мы получаем таким образом эмоциональную разгрузку. Мужчина по своей сути более интровертирован и свои какие-то болюзкие переживания ну, больше в себе держит. Да, можно поделиться с друзьями, но как бы в сравнении с тем, как делятся этим женщины, то есть в процентном соотношении это совсем, конечно, по-разному. Мужчина до последнего будет пытаться решить вопрос сам, в то время как женщина начнет искать помощи, поддержки на стороне, в интернете, в блогах, там, где, в книжках, где угодно. Вот. Поэтому, да, чаще, конечно, приходят с какой-то семейной проблемой женщины. Плюс еще вот эта вот установка о том, что ну, как бы на мне держится весь дом, она имеет место быть. Вот. Но я хочу вам сказать, что в последнее время ситуация действительно меняется. И вот даже анализируя свою клиентскую базу, я могу сказать, что мужчин стало значительно больше за последние несколько лет. Як це можна пояснити? Ну, во-первых, это уже какая-то мода. Появилась такая своего рода у людей. Есть понимание того, что не все вопросы мы можем решить сами. И психологи тоже ходят к психологам, и простым людям тоже нужно идти к психологам, если не выгребаешь сам, потому что мы не всегда адекватны в своем собственном восприятии. То есть, когда мы говорим про анализ вот конфликта внутри семьи, отстраниться, абстрагироваться и посмотреть это вот трезвым взглядом, ну, это действительно нужно иметь опыт и навык для того, чтобы это сделать. Для того, чтобы грамотно, без обижулек, разделить вот роли и понять, где ты включаешься и провоцируешь партнера, где он провоцирует тебя. Пары очень часто зеркалят друг друга. И часто, когда они приходят на консультацию, мы можем слышать одни и те же обвинения в адрес друг друга. Но мы этого не видим, когда мы находимся в ситуации. Это принцип, знаете, крысы в лабиринте. То есть, когда ты внутри ситуации, когда ты погружен в эти эмоции, тебе очень сложно мыслить рационально. И нужен третий человек, который вот как рефери будет вычленять, да, вот эти вот моменты и дать возможность показать вообще эту ситуацию немножечко с другой стороны. И, возможно, дать даже какой-то другой вариант выхода. Потому что мы как-то годами находимся в одной и той же ситуации, мы ходим по колее, и нам кажется, что выхода нет. Ну, то есть мы по кругу, да? Бег по кругу. И для того, чтобы увидеть эту другую модель и попытаться что-то сделать иначе, нужен кто-то другой, который скажет, что она вообще в принципе существует, эта другая модель. Мы можем об этом даже не догадываться. Помните, мы в самой первой передаче с вами говорили о том, что мы часто выбираем в партнеры людей, которые отражают те черты нашего характера, нашей личности, которые были по какой-то причине задавлены, которые мы в себе проявить не можем. И поэтому, да, вот эта вот зеркальность, она присутствует. То есть человек, который очень сдержан, очень предсказуем и живет по какой-то там определенной схеме, его могут очень сильно интересовать люди, которые безответственны, которые свободны, которые вот открыто эмоциональны. Но при этом вот те черты характера, которые в начале, на старте нас так привлекают в другом человеке, в процессе жизни могут вызывать такой же негатив и желание отстраниться. Потому что, когда мы входим уже в плотные, да, взрослые такие отношения, у нас возникает масса вопросов на предмет того, почему ты не соответствуешь моим ожиданиям. Потому что вначале это все весело и бодро, а потом нам хочется какой-то предсказуемости. А человек, который, ну, как бы совсем другой, он непредсказуем для нас. А это небезопасно.
Чи може бути конструктивною сваркою, коли пара б'є посуд? Або, наприклад, ну, чего ни в якому разе не можно робити, коли сваришься. В разных семьях все по-разному. И где-то, да, является традицией каждый месяц покупать новую посуду, потому что предыдущая, она уже на свалке в разбитом состоянии, и при этом также бурно они мирятся. Вот, и об этом знают все соседи. Вот, есть семьи, в которых тихие конфликты происходят. То есть у них, наоборот, все очень тихо, мирно. Они приходят в консультацию после развода и говорят о том, что мы за там, 10 лет ни разу не поссорились. Ну, проблема здесь была в чем-то. Проблема иншему. Просто не высказывалась вообще. Угу. То есть все заведомо конфликтные ситуации, они как бы замирались. Вообще у нас есть два типа реагирования на конфликты. Это либо модель тирана, то есть когда человек ставит свою позицию превыше всех других, он в любой момент готов разорвать отношения. То есть они лишь бы только остаться правым. Не являются для него ценными. Да? В этом есть огромное количество плюсов для этого человека, потому что часто такие люди пользуются уважением со стороны других, с ними мало кто спорит, поэтому они быстро достигают поставленного результата, потому что знают, что спорить с ним бесполезно. Да? Вот. Уверены в себе достаточно, и они самостоятельны, то есть они целостны. Им, по большому счету, другие люди не нужны. Ну, то есть они очень так в себе. С другой стороны, это люди, которые очень ригидны, они очень тяжело меняются, когда изменяются какие-то условия. Это люди, которые не имеют зачастую каких-то теплых, близких отношений с другими по понятной причине. Они не получают достаточной обратной связи, значит, они не могут откорректировать свое поведение. Они могут получать не тот результат, который они хотят, по причине того, что они не видят, не слышат точку, ну, другую точку зрения, не принимают ее вообще, и, значит, склонны совершать ошибки. И есть у нас другая модель поведения. Это такие вот лапочки и пуськи, беленькие зайчики. Или «Золушки». Вот помните классическая «Золушка», угу, да, из советского фильма? Там «Да, дорогая», «Крестная» там, и так далее. Вот. Человек, который на все соглашается по умолчанию, который не конфликтный. И в этом тоже есть определенные плюсы, определенные минусы в этой модели. То есть плюс заключается в том, что у тебя мало врагов, потому что ты ни с кем не конфликтуешь, и про тебя никто ничего плохого слова не скажет, и ты всегда для всех угодлив и хорош. Вот. И у тебя в принципе нет этих конфликтов, ты всячески их избегаешь. Ты можешь в некотором смысле манипулировать другими людьми, потому что когда ты всем как бы вот, прогибаешься, да, когда ты со всеми соглашаешься, в какой-то момент ты можешь как бы этот вексель предъявить и сказать: вот помнишь, я там вот с тобой согласился, вот теперь ты как бы немножко морально мне должен, да, вот в таком моменте. Вот. Это люди, которые часто получают больше открытости и откровенности по отношению к себе по причине того, что от них просто не ждут какой-то подлости. Вот. И это люди, которые могут управлять вскрытую какой-то ситуацией, потому что они просто знают больше. Но, с другой стороны, эти люди, они не могут решать какие-то конфликтные вопросы, действительно, которые возникают, потому что они часто боятся. И они не могут отстоять свою точку зрения. И ими зачастую просто пользуются. То есть вот это вот состояние использованности, да, и это раздражает, и это унижает, и вот это вот состояние какой-то обесцененности и прочего, потому что, ну, окружающие действуют по принципу, ну, раз ты позволяешь, то почему, собственно говоря, и нет? Если тебе нормально, то, ну, вот, давай вот так. Я дякую сьогодні за нашу розмову, і, в принципі, мабуть, варто завершити її ну, таким от вибором, який кожен робить для себе, чи перемогти у суперечці, в конфлікті, в скандалі, чи все-таки зберегти стосунки. От кожен, мабуть, вибирає для себе. Дякуємо за увагу. Наступного тижня ми продовжимо.